Всем привет, дорогие друзья! Закрывать начали тепличку. Тепличка у нас 6 соток. Накрываем поликарбонатом. Толщина десяточка. Сварены вот таким профилем у нас. Вот так все ровненько это выглядит. Вот это вот у нас поликарбонат. 12 метров в длину. И сейчас начнем мы свою тепличку накрывать. Сейчас прогуляемся, покажу, как залиты у нас столбики. Вот у нас через каждые 3 метра вот такие заливные столбы отдельно делали ящиками фундамент. Заливали, а потом уже вот эти поперечные штучки и варили вот эти дуги, оставляли это от старых теплиц, закупали и уже к бетону. Там у нас закладные, спокойно все приварено, все капитально мощно сварено. Тут уже начали мы грядки делать боковые. Что сюда что-то будем садить, черенковать, ну там видно будет. Ну и вот так теплица выглядит у нас. 10 на 60 у нас вторая тепличка будет. Ну там видно будет, что тут планируем доращивать яблони, сюда переезжать, а та большая будет у нас теплая. Кто еще не знает нашу тепличку, ту ставлю ссылочку, посмотрите. Ну и вот тут у нас будет вентилятор. Теплица у нас есть, кто нас смотрит, знает. И вот такая тепличка у нас получается. Сейчас мы будем, заранее завезенная сюда земля была, будем ставить деревянные ящики под землю и засыпать земелькой. Ну и сейчас ребятки накроют нам тепличку, обязательно покажу результат. Ну и вот так у нас получилась тепличка. Накрыли. Буквально прошло 5 дней. И тепличка у нас накрыта поликарбонатом. Это у нас томаты тут начали высаживать. Сейчас прольют девочки. Они к вечеру подымутся. Вот так это все выглядит. Сажает. Тут томаты. Тут немножко подгорели они у нас. Так выглядят они. 3 ряда. Тут переходники получаются захлапывающие. Заводить не надо. Наложили. И потом сверху идут замки вот этих переходов. Сейчас немножко покажу, объясню. Ну и в конце там поставим вентиляторы. Скоро, а так без вентиляторов тут вообще невозможно находиться. Вода аж в бочках кипит. Тут у нас форточки, сюда будут затягивать. У нас воздух прохладный и будет проходить через всю теплицу. Дальше у нас двери вот такие высокие, чтобы доращенные деревья было спокойно выносить. Тут засыпем площадочку. Все сделаем. Вот такие у нас переходники. Это как тут замочки. Сначала наложили, потом захлапываются они. Садили на такие саморезы, как сверло обыкновенные. И крышу не сверлили, только вот боковые, чтобы поликарбонат держался. Ну и тут вот сейчас будем низа закладывать мы пеноблоком на раствор садить, выкладывать. Ну, прежде чем закладывать ее, надо 100% поставить вентиляторы, а то там все сгорит. Тут хоть немножко поддувает, а так вообще будет не
невыносимо. Ну, вот так у нас это все получилось. Вот ребята сначала наложили поликарбонат, вот эти. Вот они тоже прикручиваются. Наложили листы полностью. И потом за день пробежались, захлопнули вот эти замки и закрыли торцы. Где-то что-то, если что, просили кони. Дождей еще не было, не проверили. Ну, строили ту теплицу, все получалось. Ну все, кому понравилось видео, оставайтесь с нами. Всем пока, до новых встреч.